здравствуйте. А вы как сотрудник прессы? Конечно. То есть средства массовой информации, правильно? Да. А у вас документы есть к ним? Конечно. И редакционное задание тоже есть. А где редакционное, можете показать? Я не обязана вообще его вам сейчас показывать. Почему? Потому что мне не нужно разрешение на съемку здесь. Это площадь, общественное место, понимаете? А вам снимать никто не запрещает. Пожалуйста, покажите редакционное задание. По закону вас не обязаны его показать мне. С какой целью? А какое редакционное задание? Какое есть? Нет, вы мне основания. Скажите, пожалуйста, почему я должна его предъявлять? Вы сказали, что у вас есть. Ну, есть. Дальше ну, что? Ну, покажите, пожалуйста. Там же, может, перечень дома есть задание. На утро, ну, на обед, на вечер. Либо удостоверение. Удостоверение, вот же. А это что вам? Пресс-карта, пожалуйста. Это пресс-карта. Пресс-карта, все достаточно. Пресс-карта. Абсолютно. Мы же не федеральная, мы независимая СМИ. Ну, вы редакционное задание не будете показывать? Я вам не обязана его показывать. Не будете показывать, правильно? Я не обязана его показывать. Вы не будете? Я его не обязана даже с собой сюда носить, понимаете? Вы отказываете, да, на площадь. Нет, я не отказываюсь. Вы мне основание скажите, сообщите, почему я должна его предъявлять. Основание просто законное, статью закона, на основании которой вы требуете у меня редакционное задание. Закон о СМИ. Закон о СМИ. Нет, ну закон о СМИ, там предписано, что подходит к вам полицейский. Я должна согласно закону СМИ иметь, да, либо пресс-карту, либо редакционное задание. Все понятно, вы нам показывать не будете, правильно? Я показала пресс-карту, достаточно, по-моему. Редакционное задание показывать не будете? Достаточно все пресс-карты, понятно. Согласно закону о СМИ. Удостоверение журналистки, что еще, какие проблемы? Ну, законы не знают люди, вот и все. Не, ну ему, может, какую-то, он просто, мы ему рассказываем. Они апеллируют постановлением правительства, на основании которого введен, оказывается, режим повышенной готовности для граждан. Для граждан он не был введен. То есть о чем говорить? Сотрудники полиции, к сожалению, некомпетентны. Уважаемые подписчики и гости канала Русньюз, суббота, традиционное кормление голубей в городе Барнауле. Видим одного пикетчика. Также сегодня на площади у нас сотрудники полиции присутствуют. Они с усиления. Не одни. Впервые я вижу их с военнослужащими. С чем это связано, не знаю, не отвечают на вопросы. Ваше личное мнение интересно. Я говорю, вы нет, опять не ссылаетесь на закон. Личного мнения вообще не имеете? В данный момент. Не, не в данный момент, а вообще. Ну, вообще имеете это разговаривать не сейчас. А, то есть как, не при исполнении? Конечно. Проживаете в прописке? Да. Он уже столько бревет. Я просто к тому, что президент это не исполняет. А где, говорит, мой? А там у тебя еще ВВП что-то? Да. А вот он. Можно вопрос? ВВВ, это что значит? ВВВ? Ну, ВВВ. Что это? ВВВ. А ваше мнение, что это? Как вы считаете? ВВП. Не знаю. Знаете? А думаю, если что... варианты какие? Думаю, что имущество его. Чего его? Витаменко. Без комментариев. Может быть. Тоже вариант. Президент сказал, при мне не будет, пока я президент, не будет ни изменений в Конституцию, ничего такого. Солгал. И это все понимает народ. Блин, и народ поймет это, и я не знаю. Не довести это все до абсурда, до страшного, до революции. Я думаю, вот это основная задача, чтобы как-то ласково и мирно все поменяли. Порядок. А что случилось? Значит, у вас... Да вот, парни, подъехал знакомый мой, парни подошли, говорят, вы что тут планируете? Я говорю, да нет, планируют вот в этом здании. Ага. Как бы мы действуем по зову сердца. Это интересно, просто их столько много и... Форма изменилась здесь. Говорили, сегодня они что-то это усиливают, видать, что-то почувствовали, наверное, народ просыпается, что-то хочет сказать. Один пикетчик, мирные граждане. Один, два, три, четыре человека.
я пятая. И вот посмотрите, сколько сотрудников полиции, военнослужащих. Это бабушка, она в Барнауле на площади Советов каждую субботу поддерживает Хабаровск. Ни одной субботы не пропустила. Наша гордость. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите пару слов для хабаровчан. Мы вас приветствуем, мы вас любим и всегда поддерживаем. Спасибо большое. Это наша бабушка, наша достопримечательность. Я тоже вас люблю. Кто еще в кабине сказал? Это Виктор Рау. Виктор Рау, который больше всех провел в спецприемнике из барнаульцев протестующих. Площадь Советов, город Барнаул. Сотрудники полиции, сотрудники администрации, центра. Все в сборе.